Поздравляем всех с великим праздником, 75-летием Великой Победы. История Георгиевской ленточки. В 1769 году императрица Екатерина II учредила награду для офицеров русской армии, вручаемую за личную храбрость, проявленную на полях сражений, орден Святого Георгия. Носить его полагалось на ленте шелковой на трех черных и двух желтых полосах. Впоследствии за ней и закрепилось название «Георгиевская лента». Цвета ленты, черный и оранжевый, означают дым и пламя и являются знаком личной доблести солдата на поле боя. В Российской империи цвета ленты были на орденах Святого Георгия, Георгиевских крестах и Георгиевской медали. После распада Российской империи цвета ленты украшали колодки орденов славы и медалей за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-45 годов. В годы Великой Отечественной войны, претерпев незначительные изменения, Георгиевская лента была официально оформлена в наградной системе СССР в качестве особого знака отличия.